Небольшую статуэтку в городе Туркестан встречает военный оркестр. Это главный символ эстафеты в честь 25-летия пограничной службы Казахстана. Небольшой орел на статуэтке облетел почти всю границу республики. Данная эстафета важна тем, что этим мероприятием мы в первую очередь воспитываем молодежь в плане патриотического воспитания, воспитываем местное население в вопросах охраны государственной границы, обозначаем роль и важность надежности охраны государственной границы Республики Казахстан, ее неприкосновенность и суверенитет. Эстафету сарыагашскому отряду передали кызылординские пограничники. Далее ее передадут пограничникам жетысайского отряда. За 3 месяца символ эстафеты преодолеет более 15 тысяч километров вдоль границы Казахстана. Днем и ночью на море, на суше и в воздухе покой граждан охраняют тысячи бравых ребят. О важной роли пограничных войск в обеспечении безопасности республики говорит и аким Туркестана. Работа на границе очень сложная. 24 часа в сутки солдаты охраняют спокойствие граждан Казахстана. В этом ведомстве служат исключительно патриоты нашей Родины. Ведь выдержать такую нагрузку нелегко. Нужно быть ответственным и готовым к любым сложностям. Поэтому хочу поздравить пограничников, людей, которые служат народу, с праздником. В рамках юбилейного года в пограничных соединениях пройдут митинги, встречи пограничников с населением приграничья, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, дни открытых дверей. Завершится эстафета в Астане. 18 августа, в день пограничника, статуэтку привезут в столицу Казахстана. Анастасия Новикова, Талгат Абдинабиев, Ербол Султаев. Информационная служба телекомпании «Утерар» из Туркестана.